Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня к нам прилетели снова снегири. Я их снимаю. Красивые птички. Будем за ними наблюдать. Всем приятного просмотра. Парочка. Почему только самцы прилетели? Парочка на рябине и парочка на ранетке. Даже не своих подружек дели. Снимать не могу их. Двое сидят так хорошо они. Ага. Вот они. Питаются. Интересно за ними наблюдать. Внизу сидит. Красивые птички. Можно любоваться до бесконечности ими. Вот такие снегири у нас. Сегодня утром было минус 30, и вот они прилетели на рябину. Когда тепло, почему-то их не видно. Парочка так и летает. Такие вот они, красавцы. Люблю за ними наблюдать. Пойди поближе. Вот. Ближе. Не пускают. Вот она. Он, точнее сказать. Самочки другие цветом. У них грудка не красная, а серенькая. Сидит как красавец. Ну ладненько. Вот, вот видите как. Вот работает. Ну молодец. Питательная рябинка. Вот. Ну давай еще. Ух, как хорошо. Ух, как хорошо ты. Ну, ух ты. Акробат. Акробат. Ну ладно. Не будем им мешать. А вот он, еще акробатик. Интересно им так вниз головой. Раз. Раз. Ух ты. Ну, красавцы. Акробатик, акробатик, какой акробатик. Ну, надо же. Ну, Ну надо же. Акробат. Замаскировался как. И не видно. Но. Вот какой. Смотрите на меня, любуйтесь. Я такой. Вот он я. Вот он. Я хороший. Я снегирь. Друзья мои, самочка снегиря прилетела, питается, такая красоточка, серенькая, вот, ну какая милашка. Несколько дней их не было, и вот они снова прилетели. Мне интересно за ними наблюдать. Спасибо, друзья мои, что посмотрели это видео про наших птичек, красоток, снегирей. Радуют они нас своим присутствием. Всем пока, всем мира и добра. С вами был Владимир.